«Все лучшее детям». В этот день всем знакомая фраза приобретает особый смысл. 1 июня по праву самый радостный праздник. Молодежный парк наполняется звонким смехом и любимыми мелодиями. На импровизированной сцене творческие коллективы, всеми любимые хиты звучат как в исполнении опытных артистов, так и маленьких звездочек. Здесь же целое море развлечений. Аквагрим, футбол на траве, шашки и шахматы. Отдельная радость для малышей – милицейские собаки. Ребята не только общаются с четвероногими собратьями, но и пробуют себя в роли кинологов. Планета лета каждый будний день будет радовать бобруйчан мастер-классами, спортивными играми и активными конкурсами на открытом воздухе. Какие у тебя планы на лето? Повеселиться с друзьями, провести время с седьмой и хорошо отдохнуть. А за что ты больше всего лето любишь? За тепло, за то, что не надо учиться. Можно купаться, веселиться, играть с друзьями. На озеро хожу, с друзьями встречаюсь, гуляю. По вечерам там рассвет встречаю. Пикник делаем иногда. Отдых, каникулы. Купаться можно ходить. А ты за что любишь? В летние лагеря можно ездить, с родителями куда-то отдыхать. На площадке возле центра доп. Образования по традиции встречают маленьких гостей и их родителей. Крестики-нолики, лабиринты, классики – самые любимые детские игры, которые собрали вокруг себя много ребят. Мне очень здесь нравится, все организовано, красивые песни, современные, много людей и детей. Сегодня праздник очень хороший, шумный и очень веселый. Вот дети показывают танцы, песни. Они долго мы этому учились. И сегодня первый день лета. Здесь же развернулись и площадки от спецслужб. Безопасность всегда в приоритете. Но особенно летом, когда у ребят появляется много свободного времени. Отдых у бабушки, на пляже, дома или во дворе. Везде стоит быть внимательными и осторожными, чтобы каникулы оставили только счастливые воспоминания. Мы завершаем республиканскую акцию «Не оставляйте детей одни». Уже 6 июня стартует другая акция «Каникулы без дыма и огня», которая продлится на протяжении всего большого каникулярного периода. Парк культуры и отдыха делает приятный сюрприз. Цена на все детские аттракционы всего по 2 рубля. Люди выстраиваются в очереди на качели от излюбленных веселых горок до новомодного калипсо. Здесь же прокат, батуты, сладкая вата и напитки, игровая программа и даже дискотека для малышей. Для тех, кто хочет необычно провести время, работает тир. Цена выстрела 40 копеек. Самое главное – безопасность. Ребят до 10 лет пускают только с родителями. Правила просты. Целься и стреляй. Дом-интернат в Осиповичах рад встречать гостей. Сотрудники департамента охраны заезжают часто и не с пустыми руками. В подарок сертификат на 900 рублей. Эти деньги пойдут на карандаши, фломастеры, цветную бумагу и альбомы для рисования. Представить праздник без сказки нельзя. Радуга желаний – еще один сюрприз. Традиционно департамент охраны Министерства внутренних дел обеспечивает безопасность в учреждениях образования и общественных местах. Но кроме этого, обязательно участвуют в подготовке учреждения образования к новому сезону. Ребята до 18 – это почти 20% от общей численности населения. И каждый пятый воспитывается в многодетной семье. Защита прав и интересов юных белорусов – в приоритете государственной политики нашей страны. Республика занимает 35-е место в рейтинге счастливого детства, куда входит 137 государств. И все это не напрасно, ведь улыбки малышей – радость для родителей. Карина Гуревич, Максим Кембель, Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Bye.